в России два варианта развития событий. Либо устоять, либо развалиться. Не вижу никакого будущего пока, потому что если победят либерал-демократы, мы, естественно, развалимся. Если победят более-менее властные люди, то мы продолжим свое существование. И тут опять два варианта. Либо это будет тоталитарный террор, либо это будет действительно великое вознесение. Даже не могу предсказать. Мне бы очень хотелось, чтобы действительно это было мировое господство.